Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз, гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно, спокойствие чинным, лошадку ведет под усы мужичок. В больших шапогах, полушубки овчину, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Ах, вот оно что! На две шоколадки тянет. Ах, вот оно что! А кой тебе... А как звать тебя, Власом? А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрее же шагал. Ура!